И в Сербии высоко оценили статью Си Цзиньпина, опубликованную в газете «Политика». По мнению различных представителей сербского общества, ее текст отражает сердечную связь народов двух стран, способствуя углублению дружбы и совместному строительству сообщества единой судьбы человечества. В статье выдвигается предложение, чтобы Китай и Сербия вместе работали для содействия миру и глобального развития. Это отражает уникальное видение председателя Си Цзиньпина и его дальновидность. Наши читатели с нетерпением ждали выхода этого текста. Благодаря статье председателя Си Цзиньпина даже вырос тираж этого номера. Я надеюсь, что каждый серб сможет прочитать ее и узнать, чего нам ожидать от дальнейшего сотрудничества между Сербией и Китаем. В статье за авторством председателя Си Цзиньпина содержится призыв к соблюдению международной справедливости. А это именно то, в чем сегодня нуждается мир. Обе страны поддерживают долгосрочные контакты и обмены, развивают дружеские отношения и совместно выступают за равноправный и справедливый многополярный мир. Председатель КНР упомянул китайско-сербское сообщество единой судьбы. Это действительно очень важная часть сотрудничества и взаимоотношений между двумя нашими странами. Председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал статью в нашей старейшей газете «Политика». Она довольно трогательная и заставляет задуматься. Он написал в своей статье, что друзей объединяет честолюбие и доброжелательность. И даже употребил фразу на сербском языке: «Друзья – это самое большое богатство в жизни». Крайне важно развивать сотрудничество между двумя странами и укреплять взаимопонимание между двумя народами.